тяжелый матч, на самом деле. Хоть и выиграли крупно, но каждый игрок выполнил все, что как бы планировали. Работали хорошо и добавили темпа, и заслуженно выиграли. Что вот в первом тайме не хватило, чтобы открыть счет? Ну, они компактно оборонялись, не давали зон, только могли через фланги скрывать, скрывали через фланги, но не хватало как бы последнего такого момента. Ну, можно сказать, что такого маленького фарта не хватало, чтобы мяч зашел в ворота, но второй тайм мы добавили еще больше темпа и открылись больше зон, и было легче уже. Вот твой гол красивейший, это вот тот самый фарт или зрячий бил? Бил, но не сказать, что именно в эту точку, но хотел попасть и попал хорошо. Как тебе сегодня поддержка трибун? Великолепно, это же было супер, когда даже вышли на разминку, и всегда хочется выигрывать, и чтобы болельщики наслаждались игрой, и я думаю, что им было приятно находиться на стадионе.